Доброе утро! Мы продолжаем наш цикл зарядок для людей серебряного возраста. Итак, приступаем к гимнастике, направленной на мелкую моторику и координацию. Кисти у нас стоят на ребре. Мы сжимаем их в кулак, разжимаем и опускаем ладонями вниз. На ребро сжали, разжали, опустили. Упражнение можно делать в более быстром темпе. Это упражнение можем повторять 6-8 раз. Переходим ко второму упражнению. Правая рука у нас лежит на столе и большой палец направлен вверх. На другой руке у нас кулак. Мы одновременно меняем положение пальцев на руках. В этом упражнении руки должны лежать на столе, чтобы не было гипертонуса в предплечье и плечах. Берем мячи и начинаем подбрасывать их и ловить. В этом упражнении мы разрабатываем не только координацию, но и ловкость. Для усложнения мы можем добавить хлопок. С хлопком гораздо сложнее. Нужно тренироваться дополнительно. Если с хлопком вам становится сложно выполнять упражнение, стоит перейти на обычное его выполнение. Контролировать мяч зрительно, и далее уже можно будет выполнять его с хлопком. Теперь зажимаем мяч между ладоней, они направлены вниз. Начинаем вращать мяч в одну сторону, а затем в другую. В этом упражнении задействованы не только мелкие суставы, такие как кисть, но и крупные и средние, такие как предплечье и плечо. Упражнение отлично помогает развивать координацию. В данном упражнении локти должны быть разведены в сторону, пальцы вместе, ладони должны всегда стремиться вниз. Повторять этот комплекс упражнений можно несколько раз в течение всего дня. Будьте здоровы, до новых встреч!